В телеграм-канале Октябрьского района сообщают о вакансиях, которые есть на предприятиях региона. В общей сложности их 47 173. На завод «Тяжмаш» в Сызрани требуются механики, наладчики станков и манипуляторов. На завод «Салют» в Самаре – инженеры, мастера участка и электромонтеры. На электрощит – сборщики трансформаторов, инженеры электроники и электросварщики. А на Чапаевский механический завод – энергетики и электрогазосварщики. Телеграм-канал администрации Кировского района сообщает, что ресурсоснабжающая компания проводит ремонтно-профилактические работы в Кировском районе на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется. 30 мая для врезки трубы диаметром 100 мм в линию диаметром 300 мм по улице Каховской холодное водоснабжение может быть отключено с 9 утра до 4 часов вечера по адресам Каховская, 17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28 и 30, проспект Кирова, 155А. Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в теплое время года нужно следить за маленькими детьми. Не оставлять их одних в помещении при открытых окнах. Противомоскитная сетка не является надежной преградой. Облокотившись на нее, ребенок может выпасть в окно. Трагедии случаются ежегодно. И лучший способ их предотвратить – поставить на окна ручки с замками и не выпускать малышей из поля зрения.